Вернулись из Анапы, загорелые, отдохнувшие на Черном море. На поезде здоровья нынче на море побывали 90 тагильчан. Все кружковцы, все звездочки и надежды главного детского дворца города. Встречали тагильчан гимном, который они сочинили для здравницы. В «Жемчужине России» в четырех корпусах жили дети из Свердловской области. Скучать было некогда. Каждый день конкурсы, форумы, ярмарки ремесел, спортивные игры, песни у костра. Но наши ребята всегда отличаются, очень рады, потому что они у нас получают и дипломы, и благодарность. И мы получили даже благодарность от директора лагеря за то, что значит, очень активные наши дети. Впечатления незабываемые. Южная природа, сказка, море ласковое. Наверное, одно из самых ярчайших событий этого лета как раз-таки была поездка в «Жемчужину России», в одной из самых крутых здравниц всей России, не зря она так называется. Я была в санатории «Сокол», как по мне, это самый крутой из всех корпусов. Погода была супер, было плюс 30 градусов тепла на протяжении всей смены. Мы ходили на утреннее купание, на вечернее купание, загорали. Курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» привезли с собой не только воспоминания, но и дипломы. Понравился военный день, день памяти, когда все пели разные песни и выступали, показывали то, что они помнят о всех павших героях за нашу родину. Завершилась смена грандиозной дискотекой. Анапа подарила много новых друзей.